А вот экологи предлагают отказаться от одноразовой пластиковой посуды. Такой законопроект подготовило Министерство природы России. Запрет на продажу одноразовых тарелок и стаканчиков поможет снизить загрязнение окружающей среды. Дело в том, что пластик почти не разлагается в природе. Пластиковую посуду предлагают полностью заменить бумажной. Наша съемочная группа решила выяснить, как к этому относятся югорчане и готовы ли они отказаться от использования одноразовых тарелок и столовых приборов. Нет, не пользуюсь пластиковой посудой. Я считаю, что это очень вредно, потому что выделяют токсичные вещества, и поэтому это не экологически чисто, я считаю, будет. Лучше бумажная. А чем она лучше? Ну, по крайней мере, там полихлориданов нету никаких. Да я никогда не пользовался. Нет, я не признаю как-то пластиковую посуду. Я люблю обыкновенную, нормальную посуду. Поэтому, если ее отменят, ну что ж. Один мусор, кругом вон идешь по городу, одна эта пластика и валяется. А на что бы вы заменили пластиковую посуду тогда? На пикник какой-нибудь? Ну, как раньше, каждый была бумажная. Свое взял свое и увез, и никто свое не выкинет, а домой повезет. Вообще-то она удобна, если у кого дача, если куда-то на пикник. Только, естественно, если нормальные люди, чтобы мусор за собой убирали. Да никак, параллельно. Параллельно? Но я стеклянной пользуюсь. Ну, я стараюсь пользоваться многоразовой посудой или что-то другое. Ну, пользуюсь, конечно, бывает. Хорошо, пускай запретят.